Я поворачиваю, делаю за цепь, оп, и она падает. Еще раз. Давай быстрее! Ногу. Берем захват. Еще раз. Уходим в сторону. Чуть-чуть можно. Посмотрите, цепляем и чуть-чуть ее выпрямляем. Раз, и она делает страховку. Пошли. Вы уже 100 раз делали подворот? Он делал подворот? 50 туда? Нет. Правильно даже. Взял ты сюда, ты. Потом уже. Так, одно выполнение. Сейчас другой. Это мы делаем, и это уже. Ну, ты за, ну, ты как-то.
Плакали? Встали? Встали. Да. О, что ты повторяешь? Попугай? Нет? Попугал вас? Иди сюда. Значит, еще раз. Какой берет захват? Одну руку. Я беру левую. Иди сюда. Подойди ко мне сюда. Я уже замучил его. Последний раз я лет 10 назад, девочки. Поворачивайся. Сколько можно баловаться? Что с тобой? Встань вот туда на свое место. Жасмина, вот туда. Еще раз говорю, это не школа. Здесь тренировка идет. Сколько можно говорить? Раз, два, три, 10, 20. Надо мне совесть, правильно? В любом месте, сейчас тренироваться, детей надо слушать. Еще раз. Берете или правую руку, или левую. Если я делаю, я первый делаю. Я пришел и захватил захват. Ты ответный захват делаешь. Одну руку. Стой, захватай. То есть так не снег. Нет, встань, пожалуйста. Так не стоят. Так не стоят ни на гимнастике, ни нигде. Вот в борьбе вот так стоят. Вот так. Вот как я стою. Еще раз. Я беру правую руку. Бери ответный захват. Чуть-чуть выше. Понятно. Если я беру левой рукой, то на другую руку. Понятно? Понятно. Теперь этой рукой что нужно сделать? Потянуть. Она делает шаг. Куда я тяну? Я тяну сюда, а ты шаг делаешь сюда. Я говорю тебе иди сюда, а ты идешь сюда. То есть я тебя тяну, значит, сюда. Раз. Все. Вот нога впереди. Что нужно делать? Ближней ногой цеплять. Не надо вот этой, не надо отсюда. Ближняя, развернитесь, встаньте боком. Зацепили, она упала, и все. Еще раз. Я беру фронтально. Фронтально. Я беру правой рукой. Она берет ответный захват. Дальше. Какую ногу мне цеплять? Если я потяну, эта нога не сможет пойти вперед. Вот эта нога. Раз. Вот она вышла. Я поворачиваюсь. Но она стоит на ноге, поэтому я ее чуть-чуть толкаю. Раз, чуть-чуть убрала ножку, оп, что ты делаешь? Смотри внимательно. Ты делаешь шаг вперед. И стоишь на ней. Не надо на ней сидеть. Встал. Тебя толкнули, подними ножку. Тебя зацепили. Ты развернулась и сделала страховку. Хорошо? Вперед. Первый номер делает. Вика делает. Одной рукой держит захват. Одно. Так. Стоп. Стоп. Иди в Жасмин. Иди сюда. Так, стоп. Смотри. Кто делает первый? Покажи руку подними. Выше. Григорий. Как? Жасмин. Кто делает из вас? Вика, руку вверх подними. Вика и Жасмин. Отсюда. Одной рукой держим этот план. Стоп. Смотри. Марки. Марки. Еще раз. Ты взял его? Раз. Делаешь. Просто потянуть. Зайти в клуб. И держать его. Хорошо. Пожалуйста, смотрим. Так. Вот так. Хорошо, чтобы ногой не ударило. Что делает? Ты делаешь сзади. Смотри. Я взял. Теперь что делать? Шаг назад. Если я пишу. Раз. Вот она сделала шаг. Все, ты ее отпускаешь. Просто такой. Дальше. Чуть-чуть толкаешь, ты делаешь, Алёша.
Ты делаешь геморрой. Ты геморрой делаешь. Ты Алёша делаешь. Как же вы? Пошли, вы поменялись. Вы поменялись. Эй, поменялись. Нет. Ты делаешь. Берёшь за глаз, да. От зарок. Как назад делаешь просто? Раз. Только не просто ударить головой. Зайди сбоку, зайди сбоку. Стоп, стоп. Ты упадешь, чтобы дать протеин. Стоп, посмотри. Я в шахте стоишь. Вот посмотри. Шаг, ты же болеешь, ты не должен падать. Я сейчас скажу. Длинный шаг. Как ты я же не должен, потому что ты держишь на лице. Как бы удобно тут зафиксировать. Но. Да. Вот умница. Да. Вот. Вот, вот, вот. Он стоит на них. Возьми чуть-чуть толкнуть. То есть, он два раза нога поднимется. Давай. Да, иди сюда. Дрея. А, моя. Вы вдвоем. Делаешь один раз вверх, один раз вверх. Иди сюда. Идешь к нему, Вика, делай его. Где делаешь? Пожалуйста, сейчас. Сейчас я посмотрю. Андрей, не надо гуляться так быстро. Стоп. Все. Оп, вот оно движение, да? Иди давай. Оп. Так, правильно? Ты наклонился, все, ты сразу падаешь. Значит, смотри. Оп, раз. Видишь, я могу тебя сам кинуть. То есть стоять надо прямо. Если согнулся, все, ты падаешь вперед. Если стоишь прямо, ты просто раз, ничего не делаешь. Да? О, чуть-чуть сюда. Так, ну вижу. Так, стоп, мате. Мате, значит так. Значит так, сейчас мы, Вика, вперед, заклад, бери Вика заклад, и меня. Вот Вика одной рукой взяла заклад. Значит, она будет сотрять этой ногой, значит, она разворачивается. Я беру заклад, и что делаю? Становлюсь и ногу вперед. Вика, делай зацеп, делай зацеп. Делай, делай, бросай мне. Ой, давай. Оп. Давай. Делай зацеп. Оп. Давай, давай, давай. Вика, делаешь не зацеп. Что делаю я? Не бью ее, а я ноги. Ногу поднимаю, сам делаю зацеп. Давай, Вика. Оп. Даю ногу. Оп. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Смотри, Вика. Зацепилась, промахнулась. Раз, два. То есть раз, два. Понятно? Хорошо. Все. Вы работаете. Вы работаете. Одной захват другой. И делаем око за все горем. За все с тобой. Мате. Одно другое. Еще раз. Бери. Бери за два. Бери ответ. Стань боком. Боком. Ты цепляешь эту ногу, ты эту ногу. Пошли. Вот. Да. Вот. Сейчас стараемся друг другу за все горем. Ой, за все с тобой. Еще раз. Какой будет? Значит, это не то, что ты скажешь. Ты это не то. Держи, держи, уже раз. Все. И тянем. Все прям. Делай. Вот, 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 вот так. Не падай. Сам цепляй. Так. Еще раз. Боком стоит. Боком стоит. Как? Возьми за руку. Вова, молодец, умница. Стоп, стоп, стоп. Значит, ты берешь заклад. И не держишь вот здесь ногу, а ногу держишь вот здесь, чтобы она делала эту цель. Или убирай. Ты не убирай, наоборот, дай ее делать. И когда она делает, делай. Делай, жасни. Жасни, не делай. Да. Оп, убираешь ногу. Оп. Вверх, вниз. Давай. Эй! Сюда. Стоп, стоп, я
деремся, и это все правильно. Да он дома не шутил. Что? Матвей? Отпустили захват, шаг назад, забрали кимоно. Еще. Один раз беру правой рукой, один раз левой рукой. Не будет меня. Я предупреждаю, я стою, смотрю, ты берешь бабу. Не, я не знаю, что она, я не видел, что она, я видел, что ты. Да, на кровать, да? Да. Туда, еще раз я увижу. Значит так, сейчас. Григорий приходит, иди сюда, идешь сюда, а Дельвина переходит сюда. А Дельвина, может, да, и ты остаешься, а ты переходишь в них. А Дельвина, ты здесь, ты вместе. Итак, зацеп такой сбоку. Боком, пошли, кто кому сделает зацеп с тобой. Дальше, когда? Пошли. Одной рукой сделаем. Вот. Все равно. Все равно где? Давай. Бой. Вот так. Идем, отцепляем, мягко. Пошли. Значит, при отработке этого приема, при отработке. Что нужно делать? Нет, не надо убирать. Моя задача, чтобы твоя нога просто пошла сюда. Я ничего не делаю. Просто поставить, не надо будет стекать. Руки снизу твои. Раз, два, три. Делаем то, что делаю я. Еще. Пошли. Раз, два, три. Просто сюда лежать. Просто делай это движение. Пошли. Раз, два. И соединяешь ноги. Я пошел в эту сторону. Оп, ты видишь. Просто ты сейчас приходишь. Оп, да. Оп, раз, два. Вот. Я расставлю эту ногу, чтобы не давали. Раз, два. Не убирай ногу. Просто что такое расслабить? Это ты берешь ее сюда сам. Да, и сразу на эту ногу не отрываем. Вот так, пошли, делайте два сюда. Мате, кто? Мате, так. Ты идешь сюда, Жасмин сюда. Так, ты идешь в Михаэле, а ты идешь сюда. Итак. Приготовились. Одну руку берем захват. Становимся боком, зацеп с тобой. Дальше. Стоп, стоп, стоп. Ешь и снимаешь белое. Ну что, да? Да. И еще. Посмотрите. Да? Очень есть. Возьмите.